поселок, что ли? Да. Ну и как у вас вообще? Ну ничего, нормально. А вы купили или по переселению? Нет, мы с купили. Уже обустраиваетесь, да? Да, это самое, нормально. Те квартиры, которые у нас под переселение, они обустроены, все отремонтированы. Здравствуйте. 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 Можно пройти? Разрешите? Ну, здесь все новое. Конечно, здесь лучше. Здесь трубы, ну, все новое. Ну, приятно. Ну, что равнять? Все нас. Благодарим вас за заботу. И с Новым годом поздравляем строителей, прорабов, руководства. Вы создали здесь рай. Спасибо вам, начальники. И дарим вам от чистого сердца эти печати. Большое спасибо. Представляем 174 квартиры для наших жителей города Балаково. А в рамках программы расселяем 81 аварийный дом, который был признан до 1 января 2022 года. Дом современный, новый. Есть небольшие замечания по площадке в целом, скажу, но это ситуация связана с тем, что продолжается строительство еще 5 многоквартирных домов. Сдача по контракту запланирована на 30 декабря 2024 года. У нас есть свободные места в третьей школе. Проектная мощность там более 900. Ребятишек должны учиться, обучаются. Если не ошибаюсь, 638, то есть места есть. 10-я школа, вы знаете, она абсолютно правильно имела составляющую на закрытие, но я благодарен предыдущему руководству, то, что мы школу сохранили, и надеюсь, что строительство нового микрорайона школы получит вторую жизнь. Жители этого микрорайона будут обеспечены дошкольными учреждениями, то есть места хватает для того, чтобы, исходя из нормативов, там, то количество ребятишек, которые здесь будут проживать, посещали ближайшие соседи. We'll be right back.